Приветствую всех из Одессы. Сегодня 20 июля 2023 года. Появилась информация о том, что с 1 августа будут выдавать новые повестки. Начнут действовать новые правила мобилизации, однако многие украинцы не понимают, как это отразится на выдаче повесток. Глава пресс-службы Львовского областного ТЦК объяснила, что будут выдавать три вида повесток. Первый – это повестки для уточнения данных, ее вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и так далее. А второй вид – это повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка обязывает пройти медобследование, к повестке прилагается карта обследования и медосмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод ВЛК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. И третий вид – это мобилизационное предписание. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.